Волгодонский филиал АМ-технологии входит в группу компаний «Росатом» и специализируется на изготовлении реакторов, парогенераторов и другого оборудования для атомных электростанций. Сегодня АМ-технологии – основной комплектный поставщик ядерно-паропроизводящей установки для АЭС. В ближайшие годы для обеспечения дорожной карты строительства филиалом компании необходимо кратно увеличить объем выпускаемой продукции. Для решения этой задачи мы провели оценку наших мощностей на горизонте 5 лет в программе «План Simulation». Программа позволяет определить условия, которые необходимы для выполнения дорожной карты, а также оценить те инвестиции, которые нам нужны. АМ-технологии уверенно следуют стратегии развития дигитализации на предприятии, используя полные цифровые двойники процессов и продуктов на базе технологий Siemens PLM Software. Внедрение системы для имитационного моделирования Technomatix Plant Simulation помогло предприятию решить задачи по увеличению объема выпуска продукции, определить условия исполнения дорожной карты строительства блоков АЭС, построить оптимальный поток изготовления изделий и обеспечить такт и цикл их выпуска, а также обосновать инвестиционную программу. В результате время расчета загрузки оборудования и оценки исполнения дорожной карты сократилось в 10 раз, а время формирования инвестиционной программы – в 4 раза. Проект стартовал с разработки цифровой модели ключевых производственных участков АМ-технологий. В Technomatix Plant Simulation были загружены составы и технологические процессы изготовления изделий, описаны сценарии работы оборудования и заведена дорожная карта. Система позволила проанализировать варианты исполнения дорожной карты и проверить их в виртуальной модели производства. На основе полученных данных инженеры предложили мероприятия по расшивке узких мест, модернизации или вводу в эксплуатацию оборудования и выработали оптимальную схему изготовления конечных изделий. На выходе мы получили инструмент, который позволил нам рассчитать дорожную карту, посмотреть различные сценарии и очень быстро их между собой менять. Вот для примера могу сказать, что подобный расчет, выполненный традиционными методами до внедрения этой системы, он занимал порядка месяца. В системе сейчас расчет нескольких сценариев у нас занимает одну неделю. Следующий результат, который мы получили, это регламент ежеквартального пересчета дорожной карты. То есть в производстве поменялась ситуация или на рынке, мы можем пересчитать эту дорожную карту и заранее увидеть то, что у нас на выходе получается по отгрузке продукции. Использование решений Siemens PLM Software позволяет АМ-технологиям выпускать уникальную продукцию, отвечающую строгим нормам и требованиям отрасли энергетического машиностроения, а также укреплять высокие позиции на рынке. Цифровая модель используется на всех стадиях. Это такая ключевая стержневая идея, и она абсолютно соответствует духу тренда на цифровизацию российской промышленности. Я считаю, мы стоим вот на правильном пути и уже очень много сделали в этом направлении. Сегодня перед АМ-технологиями стоит задача по освоению новых рынков нефтегазохимии, арматуры, емкостного, колонного, реакторного оборудования для химических и нефтеперерабатывающих производств. Возрастающая сложность изделий объясняет выбор предприятия использовать дигитализацию на всех этапах создания продукции, от проектирования до производства.